Больше 35 тысяч зрителей собрались на центральном стадионе Алматы на первый сольный концерт Димаша Кудайбергена. Это больше, чем ожидалось. Мега-событие, отмечают зрители, стало ультрасовременным. Для масштабного и красочного шоу Димаш подготовил 31 композицию. Он также представил публике свои новые произведения. В частности, впервые исполнил песню, написанную младшим братом Абельмансуром Кудайбергеном. Сам Абельмансур тоже выступил со стильной молодежной песней. А еще на стадионе прозвучала недавно анонсированная Димашем композиция на испанском языке, текст которой был написан по просьбе латиноамериканских фанатов. На концерт специально приехали поклонники из 68 стран. Настроение потрясающее. Мы находимся на самом важном событии. После пандемии этого дня так ждали все. Вообще, даже слов. Мы пришли заранее. Уже вот такое настроение. Даже не передать словами. Watching from the China show. I'm a singer. Yeah, I think he is very powerful. Very difficult to hit. I think he should be the winner. Благодаря Димашу теперь мы здесь. Нам понравилась страна. He got fan base. Sandy Lam got a fan base in Hong Kong.